Так вот, максимально во что я играл, это... Это куда ведет? А, просто умереть. Ой-ой-ой. Я с удовольствием бы развернулся на вас, да не могу. Потому что это своеобразная 2D-шная игра. Нашел ее в подборке каких-то недооцененных игр Роблокса. Таких на самом-то деле очень много. Может, помните, например, я играл в игру с микроволновкой, вот она мне прям очень заходила. А это буквально 2D какой-то, я не знаю, платформер, да, наверное, можно его так назвать. И я почему-то думал, что, ну, должна возникнуть такая игра в Роблоксе и не одна, но чтобы она была прям качественной. Вот, не знаю, прям хотелось. Собственно говоря, мы с вами здесь. И здесь все очень тематическое. Прям, смотрите, 2D-шные нарисованные огонечки. Прям вот в этих штуках, как они называются. Вот, я не знаю, кстати говоря... Так, минутку. А как? Все, я... А, ладно, нет, тут все проще, чем я думал. Ну, это самое начало. Ой, а как тут? Жить, я могу присесть, может быть? Нет, я не знаю, как. Интересно. Ладно, видимо, туда нам не попасть, хотя там что-то интересненькое есть. Слушайте, ну реально выглядит вот прям классно. Оформлено классно. Интересно, будут ли здесь какие-нибудь файты, или тут чисто так, знаете, попрыгать, побегать. Ну, короче, о. Какой челик! Смотрите, он такой. Он такой прям интеллигентный. Но он наверняка хороший. Хотя нет. Какой он хороший, если он ходит из стороны в сторону, как будто грибочек из Марио. Ладно, давайте прыгнем ему на голову. О, нет! Блин, это грустно. Я не хочу их убивать, я не хочу им на голову наступать. Ладно, ну, типа придется, наверное, но я не хочу этого делать. Так, двойного прыжка здесь нет. Здесь есть только вот такая штука. Оп. Чекпоинт! Ага, тот или not toxic. Он явно не токсичный, абсолютно точно. Так, нам сюда? Улиточка, какая чудесная улитка. О, подожди, а как он это сделал? А как? Подожди, а как он это сделал? А как туда попасть? Видимо, ты получаешь какой-нибудь прыжочек. О, это что такое? А можно еще раз прыгнуть? Ну! О, оно двигается немножко. Вот, смотрите, этот чел, вот как он сейчас сюда попадет? Как-то надо было с помощью этой штуки, что ли, попасть сюда, или что? Ладно, пофиг, я вниз, я думаю, мне вот сюда. А-а-а, вы поняли? Смотрите. Все, я понял. Так, это что такое? Last checkpoint. А, тут нам объясняют, как прыгать высоко и сильно. Все, окей. Я принял урок. Оп, аккуратненько, и едем дальше. Но это своеобразное обучение. Так, а вот тут как быть, подождите. А, вот сюда, да? Оп, нет, не совсем. Все, меня поставил этот уровень в тупик. Это еще даже, блин, не уровень, это просто обучение. Судя по всему, будет сложно, возможно. Уа! Ага, все, отлично. О, какие-то кувырочки делает. А еще я делаю как Марио. Все, нам сюда. Оп. Нет, челик! Извини, я не хотел. Я правда не хотел тебя убивать. Я просто хотел, блин, пройти. Так, все, нам сюда. Блин, или убивать челиков этих? Ну, я не знаю, я как будто бы не хочу, но как будто бы и есть такое желание небольшое. Они такие веселые, что хочется им на голову наступить. Извини, чувак. Оп. Так, и оп. По сотенке сюда. Какая у нас в целом цель? А, о, нормально, тудоньк. Типа, смотрите, у меня слева снизу написано высота. Возможно... Что? А, вы поняли. Смотрите, вы поняли вот это вот? Оп, оп. Нет, вы не поняли. Да. Но я зато понял. Ой, у меня опять shift сказал, что я сейчас умру. А куда я нажал? Я понял, походу, куда я нажал. Да, я... Ладно, нет, я немножко не понял. Оп. Иногда я бьюсь в землю головой и как будто бы немножечко отскакиваю. Ой, челик. Пока всех пацанов собрал. Вот смотрите, сейчас покажу. Не, не покажу вам. А, возможно, кстати, вы не слышите. Я хотел сказать, слышите ли вы такой звук? Такой тук-тук-тук-тук-тук.
как метроном, знаете. Знаете, что такое метроном вообще? Вот погуглите, это познавательные видео, если что. Так вот, возможно, вы не слышите, потому что тут такая музыка заводная, прикольная, как будто бы из всяких денди. Вот. Я не буду прыгать сюда, чел. Ладно, прыгну. Ну, я просто подумал, что наверняка, если... Так. Оп! О! Что это такое? Смотрите. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так вот, я подумал, наверняка... Видите, да, эту фигню? Ну, во, вот так, нормально. А, наверняка, раз чел там ходил, значит, надо было его стукнуть. Оп. Ух ты! Так, надеюсь, вы это видели. Короче, там, смотрите, какие-то приколюхи. Ладно, видимо, их нельзя трогать. Не думал я, что я застряну раньше времени. И, кстати говоря, когда ты умираешь, у тебя пацаны снова обновляются. О, видали, чего могу? Вот смотрите, нам надо такое ощущение, как будто бы сюда. Оп, так. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ага, тук-тук-тук-тук. Ага. А что тут делать? Оп! Залез тупо куда-то, в какую-то пещерку небольшую. Возможно, и не стоило, кстати. Возможно, надо сюда. Да, надо сюда определенно. Блин, мне мешает, наверное... Ой! Мешает, наверное, мышка вам смотреть. Надеюсь, не будет сейчас. Так, тук-тук-тук-тук. Ой! Как интересно получилось. Так. Я думал, это какой-то челик, вот этот вот, а это пила. И причем очень красиво санимированная, да, заметили? Как будто бы ничего особенного, но 2D-шный, так прикольно. Не знаю, мне нравится. Так, тут тоже, ага. Тут каждый счет, да? Точнее, каждые два. Тук-тук-тук-тук-тук-тук, да. Так, 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 так. Мама. Нет! Не, ну в целом я понял, как проходить уже. Я уже понял, как проходить. Смотрите, как я быстро уже адаптируюсь. Как же... Подожди, а зачем сюда? А что мне здесь надо? Ух ты! Подожди, а как мне попасть наверх? А я что, здесь застрял? Мама! Ладно. Возможно, тут какая-то тайна есть. А, подожди. Вот так? Во, да, все, я понял. Так, значит, смотрим. Прыжок, прыжок, прыжок. Короче, зелененькие штучки — это доп-прыжок. Блин. Ой! Хорошо-то как. А тут что у нас такое? Так, ладно, я снова здесь. Честно, вот если честно, я знаю, сколько будет просмотров на этой игре. Вот, но так уж вышло, что я, ну, просто захотел поиграть в нее. И я еще и туплю в ней. Я просто, ну, не знаю, я просто хотел. Все, не осуждайте меня. Если вы еще здесь, можете поставить лайк видео. Может быть, хоть кто-нибудь еще кликнет на него. Ну, вообще маловероятно, потому что игра довольно, довольно непривычная для моих зрителей, вот. Но, не знаю, авось. Я вот играл в эту суйку, ну, типа, с фруктиками. Она еще более непривычная, нежели вот это. Ну, ничего ж. Ой-ой-ой! О, знаете, я сейчас дословно зачитаю. Эта игра называется Wave Dash. И в description, то есть в описании, написано: это сложная игра. Ожидается, что вы потерпите неудачу много, много раз. Вместо того, чтобы не любить игру или rage quit, ну, в смысле, дизлайк или, ну, просто вырубить, дайте нам предложение в группе игры. Конструктивная критика может пройти долгий путь. Вообще, здесь 28,5 тысяч визитов. Это вообще очень мало, супер мало. Но игра довольно качественная, поэтому, если что, Wave Dash... Вейв как волна, собственно говоря. Вот, можете зайти, поиграть, не знаю, может, вам зайдет. Если что, это не конец видео. Я просто понял, что смерть будет везде, и я решил умереть с честью, так сказать.
Хотя какая тут честь, я просто обратно пошел, поэтому не то чтобы с честью, все-таки, наверное, как будто бы немножечко с позором. Ладно, тебя, улыбаку, убью зато. Я хочу наверх пойти, я хочу преодолеть вот ту штукенцию. Так, мама! Так, ладно, нормально. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ладно, пойдет, пойдет. Все, красненькая ушла. Сейчас загорится. Так. Оп, отлично. Теперь мы здесь. Все, вот здесь прошло... Боже мой. Здесь в прошлый раз я умер как раз-таки. Так, прыжок. 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 И вот он я здесь. Я не знаю... О, знаю. Нет, не... Мама. Вот так. Такой сладкий звук, вы бы вообще знали, насколько он сладок для моих ушек сейчас. Так, просто падаю, потому что я не знаю... А, подожди, знаю. Оп, очень даже неплохо. А куда? Как он туда полетел? Что это за шутки такие? Я ж даже не жал кнопку туда. Оп, красота. Так, тут наверх. А, сейчас, минутку. Тут наверх, вот так вот. Не знаю, что у нас здесь. Ух ты! Подожди, а наверх можно? Нет, не можно. Так. Ну вот сюда нам, значит. Значит, я падаю. Так. Пау. Приколисик, смотрите. Так. Так. Я что-то ломаю. Так. А тут-то что? Я не знаю, что тут. Подожди, а зачем я сюда? А в чем прикол того, что я сейчас сюда упал? Вот вопрос. Хорошо, пробуем еще раз. О, нет! Пока с управлением не разобрался. В скобочках разобрался. Оп, красиво. Так, так. Что-то происходит, что-то как будто бы получается. Вообще такой классический летсплей получается, когда я типа пытаюсь что-то пройти и какие-то свои эмоции... Ой... Вам зачитываю. Вот что это такое? Что это за... Ух ты, какая приколдеска. А зачем она нам нужна? Wave Dash. Ага, и что она дает? А, понял. Нифига, так это сложно. Так это сложно, нифига. Пфф, куда я вообще попал? Умирать там, что ли? Не пойдет. Вообще, на самом-то деле, я не силен в таких играх. Абсолютно точно. Вы поняли? Нифига себе. Вау! А, тут тоже что-то есть. Мама! Мама! Оп! Ну, у меня очень сложно это получается. Так вот, максимально во что я играл, это... Это в Hollow Knight, по-моему. Буквально совсем капельку. А, тут нормально прохожу, да? Оп, 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 оп. Так, оп, оп. Вот здесь я умер в прошлый раз, да? Оп, аккуратно. А тут тоже неплохо очень. Так, куда дальше? Мама! Мама! Ну, ну нет, блин! Вот, еще у меня Switch же есть, вот. И я иногда... Ого, я там... Ой. Я иногда там покупал какие-то игры наподобие таких. Ой. 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 Сейчас там что-нибудь взорвется. Главное, чтобы не я. Покупал игры наподобие таких. Вот. Но не то, чтобы у меня получалось в них играть. Я как будто бы довольно быстро забивал на все это дело. Пацаны! Так. Так, плохо. Ладно, нормально. Я думал, я умру. А сейчас как будто бы и умру. Ну, наверняка можно пройти не только... Это что такое? Это куда ведет? А, просто умереть. Наверняка тут много путей. И наверняка... Так, подождите. Интересно. О, подожди. А, вот, last checkpoint. Нет, что? А что я сделал? А зачем я сюда пришел? Подождите, так я же был здесь. Я просто сейчас по приколу нажал использовать как последний чекпоинт, я правильно понимаю? То есть я приколист, как минимум, да?
Это что такое красивое? Может, я не зря сюда пришел? Так. Вообще, эта игра сказала мне, что не надо рейдж-квитить и не надо ставить дизлайк этой игре. Ой, я дизлайк ставить не буду, но как будто бы это эксперимент, который, возможно, закончится очень в скором времени, потому что что-то не особо получается. Да, ладно, ребят, жесть. Не знаю, сколько там просмотров наберет эта игра. Если вам зайдет, я, конечно, могу сюда вернуться. Надеюсь, что в целом такие эксперименты соло-игры вам заходят. Если вам заходит, я буду продолжать искать подобные необычные игры. На сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока.